Всем привет! Продолжаю снимать распаковки посылок из магазина F-магазин. Сегодня на распаковке новая для меня приманка от фирмы Касадака. Это продолжение серии микроджиговых или мормышинговых приманок от фирмы Касадака, которая поставляется вот в таких вот баночках. Все они одного дизайна, но отличаются, соответственно, названием и цветом приманки, о чем свидетельствует наклейка на верхней части крышки. Сегодня на распаковке приманка, которая называется шримп. Шримп – это креветка. Креветки у нас не водятся в пресной воде, но, я думаю, рыба может заинтересовать в качестве имитации какого-то рачка или там личинки. Возможно, ничем не хуже окажется остальных. Имеют довольно большой опыт в ловле на приманке Касадака. Например, очень хорошо себя показала приманка Double Tail, двуххвостка плавающая. Но, например, опарыш достаточно хорошо сделанный от Касадака, тонущий, что-то не очень пользуется спросом у моей рыбы. Ну, на самом деле, я просто реже на него ловлю, надо попробовать ловить просто почаще, может быть, и клев улучшится. Так, ну а сегодня мы говорим о приманке, которая имитирует креветку. Открываем баночку. Ну, у меня она уже вскрыта. А так они, каждый из приманок, обычно каждый из баночек прикрыта вот такой алюминиевой мембраной. Ее нужно оторвать, соответственно. Дальше мы видим вот здесь такие зеленоватые креветки. На мой взгляд, выполнены не очень хорошо и не очень аккуратно. Но на самом деле я не уверен, что у рыбы вообще есть время разглядывать что-то там промелькнувшее, подпрыгнувшее на дне. Вот смотрите, я достал 4 приманки, и все они отличаются друг от друга. Вот у этой нет усов вовсе. Здесь 2 усика маленьких, здесь 2 усика побольше, а здесь усы слиплись. То есть качество изготовления приманки не очень хорошее, но на самом деле достаточное количество деталей для разглядывания рыбы приготовили. Здесь есть вот такие маленькие ножки-лапки на животе приманки, 2 усика плюс хвост. На мой взгляд, оправдано насаживание этой приманки, то есть усиками назад, то есть рыбе как-то поинтереснее будет, что там что-то там пошевелится, хотя бы минимально. Так, приманка заявлена как плавающая, сейчас мы проверим. Соответственно, да, плавает, никаких проблем нет. То есть такой размер приманка вполне поднимет любой микроджиговый крючок над дном, чем приманка и хороша. На самом деле я на нее уже попробовал половить и, например, поймал 2 ельцов, что на микроджиг у меня не так часто бывает. То есть приманка рыбе вполне себе нравится, может быть, ей нравится именно этот цвет. То есть это получается такой зеленоватый с перцем. Ну, для демонстрации можно взять, например, имитацию того же опарыша, который заявлен как тонущий. И видите, он камнем идет на дно, а плавающие приманки от Касадака вполне себе исправно плавают. Поэтому, несмотря на свою, пожалуй, не очень аккуратность в исполнении, приманка вполне рабочая. Я заказал еще один вариант, то есть другой цвет, красный. Посмотрим, как он себя покажет. Пока это вполне работоспособная приманка. И опять же, в такого размера банки ее очень много. То есть хватит далеко не на одну рыбалку, и не на 2, и не на 10. Я думаю, это хватит вполне на сезон. Единственное, что, возможно, меньшего объема баночки бы тоже пригодились, а то такие банки занимают довольно место в приманочной сумке. Но как бы традиция после приманок Беркли. Так, ну, пожалуй, все, что можно пока об этой приманке сказать. Ловить можно, приманка рабочая, приманка плавающая, имеющая довольно сильный рыбный запах. Я думаю, ну, то есть ее можно вполне назвать съедобной. Рыбу она привлекает. Приманка вполне себе достойно влилась в ряды микроджиговых приманок от фирмы Касадака. Поэтому, если имеете и привыкли уже ловить
на приманке от Касадака предыдущих выпусков, можно теперь и прикупить еще и креветку. То есть хуже от этого совершенно не будет. Расширяйте ассортимент, расширяйте свои возможности выбора приманки, ну и, соответственно, рыбе раздражайте ее аппетит другими какими-то приманками. Возможно, такое она еще не видела. То есть креветок у нас нет, но посмотрим, как рыба к этому отнесется в ваших водоемах. У меня рыба вполне благосклонно отнеслась к появлению такой приманки перед своим взором. То есть рыба на нее клюет. Пожалуй, все, что можно сказать. Пока.